Проезжали мимо, не смогли не остановиться. Бензин, арка. Не самый хороший, но прайс, цена на 80 центов дешевле за галлон, чем в других местах. Вообще пасмурно как-то так на лицах тоже у людей. Зашли в магазин Альбертса, ну не дешевка, но люди совершенно не улыбаются. Где эта улыбка? Они совершенно не хотят кривляться, что они рады, что вы в магазине пришли их раздражать. А цены подорожали. И если вы хотите клубничку там, паунд, уже цена $5. Это полкилограмма. В общем-то, вообще все остальные цены. Люди бродят по магазину, все есть, но дорого. В общем, начало все, конечно, расти в цене быстро. Но в магазинах есть все. Плати и бери. Но зашли мы в Старбаке, были встречи у нас с человеком. И человек не бедный, но кофе себе не взял. Мы быстро, 5-10 минут мы поговорили, что нужно было. Но кофе себе этот человек не взял. Странно. Мало людей в Старбаке всегда было. Очень много всегда. Ты противоположно, мы туда-туда приехали. Okay. Мы... Обычно в Старбаке шумно, особенно в такую погоду. Люди... Так как... Вот я же себе сказала. Так как... Так как там есть интернет, люди в такую погоду любят вообще собираться, сидеть там, поболтать. Посидеть с компьютером, попить кофе, на других посмотреть, а это пусто. Так заезжают там, ну, сидят там два человека, и забегает кто-то там, возьмет какое-то кофе, и назад где-то бежит, не улыбается. И что меня поразило, что мальчишка пришел, такой прилично одетый, лет 9-10, крутился так, смотрел, чтобы на него не очень обращали внимание, подошел к стойке, набрал себе салфеток, одноразовые такие салфеточки, не самые хорошие такие, такая бумага серая, типа туалетная, похожая, ну, как, ну, салфетки и всякие там. Сахара подобрал и пошел. То есть, наверное, нужда такая есть. А в Лос-Анджелесе заставляют носить маски. Неважно, или ты привился или нет, до 15 января распоряжение такое. Ну, в общем, Лос-Анджелес и, я думаю, вся Калифорния продолжает бороться с людьми. Еще я заметила, хотела сказать, меня, наверное, YouTube не очень любит, потому что так тяжело мне загружать каждое видео стало, особенно где какая-то критика. Я должна потратить несколько дней. Оно крутится, крутится. То есть, где эта свобода слова? Нам только снится. Вот. И Лос-Анджелес в своем репертуаре. Мрачный город. Совершенно неприветливый. Если кто-то хочет остаток своей жизни провести здесь, в таком городе, то я нет. Здесь частная собственность, здесь нету такого количества за заборами всяких сообществ, которые с тебя тянут, тебя строят, ну, тюрьмы разных режимов.
что-то не чувствуется здесь Нового года. Вообще я не вижу, чтобы дома были украшены. Американцы любят украшать дома. А что-то мало очень, да? Я ее вообще не видела с этой, в этой стороне. А вот мы в банке были. В банке вообще не было никакой елочки даже. Да, и никаких украшений не было, кстати. Окей. Так вот, я хотела сказать, что почему-то в последнее время это что, комьюнити? Это комьюнити. Это там, где строят. В последнее время они стали очень рекламировать. Это мобильные парки, наверное, да. In a quarter mile, merge onto I-5 North. Рекламировать растительного происхождения бургеры. Пачечка такая, точно так же, как органик идет мясо нормальное, молотое. И причем цена дорогая, $5. Паунд, полкилограмма. И почти столько же стоит, не почти, а столько же стоит мясо. То есть подсаживают. Очень много рекламы на эту тему. И везде в магазинах ее подсовывают. Мне совершенно эту гадость не хочется есть. Как это что-то такое, как заменитель? Лучше я не буду ничего есть, чем буду есть какой-то такой заменитель мяса. Нас подсаживают, что кто будет есть мясо? Богатые? Бедные будут есть заменители. Собак нельзя разводить. Они против, борются Facebook, сокращение. Еще не хватало собак на планете иметь. А вот самое интересное было с нашим телефоном. Когда мы ехали, что-то говорили между собой, а он на русском языке, один из телефонов сказал, что я не понял, повторите. Поголовный контроль и вообще... К чему мы идем? Все равно приятно дождь. При телефонах говорить нельзя. При телевизорах и компьютерах говорить нельзя. Ну это уже вообще до абсурда доходит. Телефон у меня спрашивает, повторите, пожалуйста, я плохо понял. На русском языке. А YouTube скачивает информацию еще до того, как чем она еще загружена с камеры в интернет, на интернет. Уже знает, о чем речь, стоит ли тебя пропускать или нет. Вообще ужас. Мрачные люди. Ты видел, чтобы кто-то улыбался? Где хоть одна ленточка, что идет Новый год? В Москве, наверное, в разгаре. Наверное, снег лежит. Но здесь в горах снег, наверное, тоже выпадет. Но видно там и елки всякие новогодние. Ну, хотя бы какое-то искусственное праздничное настроение. А здесь вместо елок маски носить надо. Зачем людям елки, если они в масках ходят? И вместо мяса какую-то искусственную пищу из тюбиков едят.